Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задание 28.23. Решите уравнение. В пункте А уравнение такое: p минус 4 на x в квадрате плюс 2p минус 4 на x и плюс p. Ну, это уравнение квадратное, относительно неизвестно x. p – это параметр. И вот если параметр p, если p минус 4, старший коэффициент уравнения, равен нулю, тогда наше уравнение становится не квадратным, превращается в линейное уравнение. А p минус 4 равно нулю, это значит, что p равно 4. Так вот, при p равном 4 наше уравнение превращается в линейное уравнение. В какое уравнение? 2 умножить на 4 минус 4 x и плюс 4 равно 0. То есть 8x плюс 4 равно 0. Отсюда 8x равно минус 4. И отсюда x равно минус 4 восьмых или минус 1 вторая. Так. Значит, при p равном 4x равно этому. Теперь, если p не равно 4, тогда мы решаем уравнение как обычное квадратное уравнение. Причем это уравнение имеет четный коэффициент b. Коэффициент b равен 2p минус 4, а половина коэффициента b, число k, равно тогда p минус 2. И мы можем воспользоваться упрощенной формулой. X первое, второе будет равно минус k. Это минус p минус 2 плюс минус корень квадратный из p минус 2 в квадрате. Ну, давайте так запишем. P минус 2 в квадрате и минус ac. C это p, и p минус 4 это a. Вот так. И все это разделить на p минус 4. Это будет равно минус p плюс 2 плюс минус. Теперь мы раскроем скобки под корнем. Что у нас под корнем? P в квадрате минус удвоенное произведение 4p плюс 4 и минус p в квадрате плюс 4p. И разделить на p минус 4. Это будет равно минус p плюс минус. А, еще плюс 2. Плюс 2. А вот теперь плюс-минус. И что у нас под корнем? P квадрат минус P квадрат можно сократить. Минус 4P, 4P можно сократить. Под корнем остается 4. Корень из 4 – 2. И все это разделить на P минус 4. Так, ну тогда давайте запишем, чему будет равно x первое. X первое будет равно минус P плюс 4 разделить на p минус 4. Ну, если мы вот поменяем местами, вернее, вынесем минус, вынесем за скобку, останется у нас p минус 4 в числителе и знаменателе p минус 4, итого будет минус 1. А x второе будет равно минус p, ну все, минус p разделить на p минус 4. Ну, тогда ответ запишем такой. Если p равно 4, то x равно минус 1 вторая. А если p не равно 4, тогда x первое будет равно минус 1, а x второе будет равно минус p разделить на p минус 4. Вот такой ответ мы получили. Ну, вот здесь можно было бы, если бы мы минус внесли, то можно было бы минус убрать и записать в знаменателе 4 минус p. Так и сделаем. Вот 4 минус p, и тогда без знака минус. Пункт b. В пункте b p x в квадрате плюс 2 p плюс 1 x плюс p плюс 3 равно 0. Если p равно нулю,
Тогда наше уравнение превращается в линейное уравнение. И запишем тогда, чему же оно будет равно. 2 умножить на 0 плюс 1 х и плюс 3 равно 0. Ну или это будет 2х плюс 3 равно 0. Отсюда 2х равно минус 3, а х равно минус 3 вторых. Ну или минус 1,5. Так, теперь если p не равно 0, то тогда мы можем записать корни этого уравнения. Х первое, второе будет равно. Причем коэффициент b равен 2, p плюс 1. Тогда половина от коэффициента b число k равно просто p плюс 1. Тогда это будет равно минус k, это минус p плюс 1, плюс-минус корень квадратный из. Так, p плюс 1 в квадрате. Сразу мы запишем, это p квадрат плюс 2p плюс 1. Минус ac, значит, p на p плюс 3, это будет p в квадрате, и минус 3p. Ну, p в квадрате минус 3p, это p умножить на скобку p плюс 3. Так, и все это разделить на p. И это будет равно минус p минус единица плюс минус. Под корнем у нас p квадрат, и минус p квадрат можно сократить. И останется под корнем у нас единица минус p. 2p и минус 3p. И разделить на p. Так, ну это уравнение, действительно корни эти существуют, если дискриминант больше нуля, если дискриминант больше либо равен нулю. Дискриминант больше либо равен нулю, значит единица минус p больше либо равно нулю. Тогда мы отсюда можем записать, что p меньше либо равно единице. И тогда корни существуют, а если дискриминант отрицательный, то есть единица минус p меньше нуля, и в этом случае p больше единицы. Ну и теперь давайте запишем ответ. Ответ состоит из нескольких предложений. Если p равно нулю, параметр p равен нулю, то тогда x равно минус 1,5. Второе. Если p меньше либо равно единице. Ну, тогда, чтобы исключить ноль, мы должны написать, что p больше нуля, так, или p отрицательное. Вот при этих значениях p наше уравнение имеет два корня. И корни эти такие. Минус p минус 1 плюс минус корень квадратный из единицы минус p. И разделить на p. И третье. Если p больше единицы, то тогда наше уравнение корней не имеет. Корней нет. Вот такой ответ. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.